Несущ. Философское, эзотерическое. Отправилась как-то твоя сущ из своего рога домика на моей голове. Смотри об этом в стихе от Джельсомина. Навестить мою нежную розовую сущ, проживающую в роге на твоей голове. На пороге домой твоя сущ размышляла о том, что скажет моей, и как попросится жить вместе с ней. Расскажет историю о том, как потеряла свой прекрасный дом в результате активных военных действий на моей голове, приведших к разрушению домов и изгнанию. Она рисовала в своей голове прекрасные розовые картины. Вот я подхожу к лакированному роялю моей сущей, вот открываю крышку и начинаю нажимать сначала на клавиши, потом на педали. Раздается прекрасная мелодия. Смотрит, а она уже у дверей, стучит, заходит, видит розовый рояль, открывает крышку и не находит твоя сущ там никаких клавишей. Нащупывает ногами педали, их тоже нет. Испуганно вскрикивает, скидывая руки, вопрошая, ты сущ или не сущ? Рояль безмятежно улыбается. Я ничто. У меня нет никакой сущности. Так, одно существование. Не сущ.